Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. И для любителей криптомонет сегодня хочу поделиться автокраном. Alucatl ADS называется, друзья. Буду делать все в режиме онлайн. Так, как я могу получить? Шаг первый. Войти. Нам нужно ввести свой юзернейм, логин от Faucet Hub. Переходим на Faucet Hub. Вот мой логин. У вас свой логин. Вот этот логин мы вводим в этот автокран. Значит, вы будете автоматически перенаправлены на вашу короткую ссылку. Заполните капчу. В общем, надо нажать здесь, чтобы продолжить. Дождитесь таймера и получить ссылку. Третий шаг готово. Вы получите автоматические выплаты в любые монеты, что находятся на Faucet Hub, в течение одного часа. Это повысит ваш уровень на Faucet Hub. Далее, что еще? Мы отправляем быстрые выплаты каждые 59 секунд за 1 час 33 минуты. Это я так поняла. Закрытая вкладка. Мы вышлем вам выплаты за час 33, независимо от того, закрыли ли вы страницу или остались открытой. Можно вкладку закрывать. Сталиса надоело. Что это такое? Так, меньше рекламы. Мы хотим предоставить нашим пользователям наилучшие возможности. Поэтому мы используем меньше рекламы, чем другие. Ну, давайте приступим. Значит, я вставляю юзернейм свой. Так. О каком приложении вы говорите? Так, секундочку, что-то у меня... Так, я вставляю сюда свое имя пользователя. Так, и... На 75. И нажимаю «Отправить». Так, тут мы вставляем капчу CLIFFHA. Так, отправить. Так, ждем несколько. А, здесь разгадываем капчу. Надеюсь, так правильно делаю все. Ждем вот несколько секунд. Так, отсчет времени идет. Нажимаем Get Link. Возвращаемся. Так. И мы попали в такой вот кабинет. Смотрите. Это чат или что такое? Вот такой вот кабинет. Значит, давайте себе переведем на русский. Ну и что так? Писать поддерживать Джекоин. Господи. Так, значит, что? Наш кабинет Сатоши заработал. XP заработал. Ага, здесь, смотрите, заявление время осталось. Как-то здесь автозапуск работает у нас. Значит, здесь у нас вкладочка «Рефералы». Находится наша партнерская ссылочка. Так. Далее, что еще у нас здесь есть? Инвентарь. Похоже, у вас еще ничего не... Вы можете заработать сейчас в программе рефералов. Ага, классные люди. Это что это у нас тут такое? Не знаю, что это такое. Так, давайте посмотрим, переводим. Так, классные люди. Большое спасибо, который день... Нет, это нам не надо. Так. Лидеров. Ага, здесь что? Глобальная таблица лидеров. Значит.
Вы, значит, место первое, второе, название. Так, Сатоши заработал. Выплаты получены вот здесь. EXP заработал. Ну, неплохо. Автосборщик. Это вот, смотрите, здесь Сатоши заработал. Заявление, время осталось. Давайте-ка я, мне вот даже интересно. Мне хочется зайти на Faucet Hub сейчас. Вот кран. Его можно закрыть, сохранить просто в закладках. Выплаты автоматически идут, друзья. Смотрите. Alucard ADS. Доги мне дали. Еще мне доги дали. Вот 42 секунды, 2 минуты назад. Ну и неплохо. Вот. И я вот сохраню эту вкладочку как бы в закладках. Закрою, а монетки будут капать. Будем заходить только проверять как бы баланс. И вот интересно, сколько нужно будет еще капчу вводить или нет. Вот это вот я не знаю. Нужно заходить, хотя бы зайти, проверить раз в час. Возможно, нужно будет и капчу вводить. А если не надо, и вообще здорово. И пусть себе на здоровье капает. Да? Давайте-ка я обновлю страничку. И, не знаю, пока все на месте, да? Давайте здесь я перезагружу еще разок. Так, это у нас реклама наша. Ага, вот еще, смотрите, BTX54 Сатоши. Вот такая монетка BTX. Сейчас я тут все переводила, все как бы выводила, пустошала. Как раз кошелек. Так, BTX, это что у нас за BTX монетка? Так, Ethereum. BTX. А вот, биткоры это вот 54. У меня по нулям все было. И мне дали 54 монетки. Вообще суперские, друзья. Ну что, ссылочку оставлю под видео. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.